3 часа прошло. Что ты такой быстрый-то, а? У меня чарка на тапке специальная. Топовая на паладина. Дурачки всякие чарят фул выносливость и не успевают занимать позицию в рейдах. А я себе ставлю на скорость бега. И успеваю везде. Какую, что ли? А? Клыкар второй. Живучесть клыкара второй. Я ретриков обгоняю с этими тапками. О, стоп. А у меня тогда какая? У тебя, не знаю, может быть, ледопроходец, она больше чарится на РДД, там меткость идет. И... Не, у меня выносливость, скорость получается. Ну, вот. А сколько у тебя выносливости? О, у меня, походу, не та, которая надо, мне больше. Ну вот, вот это вот, эта чарка у меня, она с острова, мне сделал ее. Это одна из топовых чарок на танков. Есть еще одна, там выносливость, там, по-моему, 27 или 30 рисованная чарка. Но все, я возьму ее. Скорость танку важнее, танки должны быстро перемещаться, быстро занимать позиции. Вот и все. Да не, я сделаю эту чарку, я просто думал, что у меня последняя стоит. На танка, да? Либо такую, либо другую. У него плюс 20 выносливости и скорости. Не, у меня вот, посмотри, фактически, у меня просто не последняя чарка, как я думаю. Чё ты линканул? А вон в этот, в рейд. Крафатический, ну вот, у тебя 15 выносливости, небольшой величине скорости. У тебя же лучше ДЛКшная чарка. Рисованная дает больше скорости и больше выносливости. Вот я так устал сегодня, это жесть. Слабак. На даче куст там пенек, блядь. Кушайте рыбку. Шашлыки пожарь. Ой, лучше молчи, я хочу есть уже с 3 часов. Я не отходил от компании на шаг. Хоть бы хлеб какой взял, пожевал. Ты знаешь, насколько у меня крутая сова? Вот, я даже просто не буду тебе говорить, насколько. Рад тебе. Просто вот смотри. Отлично, готово. Я думаю, лимон дотравит с нами, мы смотрителя убьем, наверное, да? Давай убьем. Думаю, не хочу уходить. Убью босса. Все готовы. Отчет на пол. Сферу убили. Агросбей. Агросбей, аннигиляция. Лежите, я рестну, у меня КСС. Агро, что? Раньше, что ли, отдал? Не вставайте, я рест. Кирилл, можешь пока это, нам резаем, бежим, рассказать? Вот убиваешь сферу, появляется кнопка у кого, кто сам... Вот кто последний дней убил, нанес знак. Какая кнопка у него появляется? Где она появляется? Большая по центру экрана.
Вот твоя панелька, да, вот если у тебя стандартный интерфейс, сверху над панелькой сразу появляется кнопка. Ее тяжело не увидеть. Появляется кнопка, на нее нужно нажать при произнесении каста аннигиляция. 5 боссов таргет, нажать кнопку. Раньше это есть у каста? Нету. Влияет ли как меткости персонажа на холмах этих кастов? Нет? Нет. Ну, потому что это глупо какой-нибудь. Ясно. Использовать эту способность. По поводу синдры, вот, кстати, те, кто по фрейму не шарит, для них это самый сложный босс будет в ЦЛК. Да я про то, что у вас фрейм на синдре, он на самом деле больше, чем есть. Да, и клип. Да, поэтому метку подальше нужно относить. Я просто к тому, что это разговор туда шел небольшой. Для тех, кто не понимает, что фрейм больше, чем он есть, синдру не убьют никогда в жизни. Пока это не поймут. Ну или РЛ не поймут. Вообще, не, мы одну тактику попробовали, вторую, там, в итоге Честер подсказал нам, как убить. Слово просто ставьте дальше. И когда, да, и когда я понял, что он не притягивает, я чухнул, что у него фрейм больше. И все, и мы убили после этого. Кому вроде ее убивали? Я-то первый раз убил. Первый раз был там сегодня, как второй раз. Просто надо было понять механику, механику работы. Притяжки и склепа и нанесение дебафа. То есть если ну ставится во фрейм, то дебаф не проходит и синдру будет. Ну это так. Знаешь, что самое печальное? Не знаю. Я готов. Серу убили быстро. Ой, видишь кнопку? Сбей не гляд. Отлично. Серу убили. Аннигиляция 3 секунды. Сбей. С дебафом проводник молнии, выходим с рейда. Сверху вот еще одну оставьте. Ай. Агро, Бернеш, Кризм. Зря я побежал. Все, отлично. Отведи босса в сторону, скоро перефаз. В какую сторону? В любую. Нормально? Да, да. Сферу добивайте быстрее, или одну сферу добейте кто-то. Короче, кнопку прям по центру экрана. Лови второго босса, стоп дебаф, лови второго босса. Задержать. Это ядовитый, вводишь его по квадрату. По квадрату вводишь.
тотем очищения гладь. В лужу выхожу, да? Да, да, да. Вводишь, лужа появилась, ты выводишь. Что-то не пойму, она постоянно что ли заливает? Да, ты должен его постоянно водить. Угу. Так бы сказал, какие-то пометки. Да, сорян. Поводить это, отвести и поставить. На 4 лямах он поменяется. Будет активен вот этот первый, смотри. Активируются руны. РПД становится так же. Милики закрывают руны в центре, по боках, где достаете. Сова диспель там по 3 стака на всех. То и по 4 сейчас пары будет. Я бегаю и в протополе диспелю. Я тут говня. Я не прохи. Дал Роме руки. Сюда не пойду. Извини, что клацаю, я дисплей через Аль. В принципе, мне даже удобно диспелить. Мне тут ничего делать не надо, кроме только ходить. Что-то забыло. Что делать? Лови второго центра. Стали по местах. Агра и Джованни при выходе. Где Агра? А ладно, Агру. Руны 5 секунд. Подсказывай, что делать, Рау. Появляются белые руны на земле, нужно их закрыть. Их будет примерно 6 штук. Руны закрыли. Джованни нужно... Там, дает. Все, отлично. Саш, Геро. БЗ отдал. После того, как стали на руны, с них не отбегай. Руны закрыли. Руну закройте одну. Далеко отбежал от... Ладно, Вась. Тебе нужно в центре танчить, потому что... считай, хилы стоят с двух сторон, потому что у нас РДД мало. И я не доставал сейчас. Ты, считай, закрываешь руну там, где звезда, вот можешь закрывать, и напротив нее. Я могу закрывать танком. Да, ты тоже можешь закрывать. Ты и Мили закрывают там, где звезда, получается, в этом районе, и ну, до противоположной стенки. Хорошо. Давайте еще трай сделаем. Трай. Сейчас пойдем, то я пойду. Надо, может быть... Давайте попробуем миликами не бить, потому что мы дохнем. Постоим, а вы побьете. В РНЖ 10. Он тоже Дживс попрошу. Будет Дживс. А, ну, второй. Чё скажете? А то мы так дохнем, как когда я буду. Ты про ядовитого? Нет, я про то, что 4-3 человека упали, милик. Там, по-моему, дебаф был, да? Я не видел. Ну там от меликов много урона нет, там да, главное прожить. Я сейчас постеснялся на самом деле вперед танку уйти.
И сзади, между РДД и Меликом, мало места было, тоже к ним побоялся идти, уже разлёт. Думал, проживу, плащ почти откатился. Сдох не вовремя. Я пока не могу использовать эту способность. Мы и убивали боссов с токенами, да? Нету их. Здесь печеньки для апа. Будет будет поход карьеры. Я пришел, сходил, мне интересно. Я думаю, может быть, во вторник будет вместо ЦЛК десятка, с учетом того, что вы закрыли. Не закрыли. Ну, кроме лича. У нас просто расписано понедельник, вторник. А потом меня не будет опять неделю. Хорошо, тогда во вторник приду. Если народ придет, можно Ильича закрыть и Кару добить. Там на Ильича диалог, блин, 20 минут. Ребят, 20 минут. И это с умонами и с бафами. И с разделом лута. Во вторник на сколько допроход поставить Кару? Кару не надо пока ставить допроход. Ну, смотри, потому что днем, я уверен, мало у кого получится. А на вечер у нас стоит РТ на ЦЛК. Возможно, будет кара вместо ЦЛК до проход. Понял? Если тема будет, да я понял. Если что, соберем и там, если что, десятка будет отдельная, и будет до проход кары. А мне нужен тут настой пить, а то я так и не выпил. Желательно, потому что вот на ядовитом очень сильно прошибает под стаками особенно. Забыл про него вообще. Крепко кушаем. На всякий случай, ребят, проверьте, у всех сопроты выпиты. Есть, конечно, аддон классный, рейд флаг чек. Он чекает фласки, но здесь, если я буду им пользоваться, я буду сидеть в пожизненном муте. Да, здесь он дает мут. Муть отключил, я его за 6 лет ни разу не отключал. А здесь отключил, потому что мне мут постоянно в рейд дается. Где лок? Ага, бежит. А Джифса вроде обещали. Джифса поставил. Спасибо. Тебя очень плохо слышно будет, программочек говорит. Нет, да микрофон тут отвернул. Вот, нормально, отлично. Так, первого в центре, второго Кайчу по кругу, третьего Танчу в центре и закрываю звезду. А я буду звезда, правильно? Не обязательно. Или просто с этой стороны. Вот с этой стороны со звезды получается, или вот с этой стороны? Вот Ну давай со звезды, чтобы поровну было РДД закрывали. Смотри, у звезды стоит лок. Она закрывает здесь руны. Нету с другой стороны, нет никого из РДДшников, чтобы поставить. Ну хорошо, закрою либо трусы, либо луну. Я трусы, как правило, в эту сторону я закрываю, потому что я здесь стою. Все, луна моя. Смотри, ты закрываешь, вот получается, оно не обязательно будет в этих метках, оно рандомно. И вот можешь закрывать с этой стороны, если будет мало миликов. Ближайшую к себе закрываю. У нас просто много народа легло, так по количеству закрывающих рун хватает народа за глаза, всего лишь 6 нужно. Угу. Чего Мой, это давай. Да, дисконт. Ты меня выкинул.